Поэтому ПКЧП полностью поддерживаю сегодня. Угу. И сегодня ага. со мной 80% населения Российской Федерации. Сейчас-то да, задним умом-то да. Вот так и цените тех, у кого сразу ум срабатывает. Ага. Мы единственные поддержали. Все были за Ельцина. Все против ПКЧП. Мы единственные. Я вышел на Манежную площадь. Один. Угу. Там стояло 2000 демократов. А вот мы с вами до эфира говорили как раз вот насчет ГКЧП и развала СССР про Латвию. Что вот я вам информацию сказал, якобы вы хотите купить деревню, эко-деревню в Латвии, назвать своим именем. Там написано, что у вас шенгена нет. Вы говорите, у вас шенген есть. Это в любую точку мира могу поехать, в любой момент. Хорошо. Особенно американцы никогда не отказывают, но я не хочу. Угу. В Латвии там могут они дурачиться. Я там много раз делал заявление. Если кто-то купил для меня деревню, моим именем назовет, пускай. Моей ноги там не будет. Я на дачу полчаса не могу доехать. Нету времени. Вот сейчас я от вас приеду домой, уже будет 8:30. Какая дача? Я не знаю, какая. У меня никакой нет. Поэтому даже к себе на дачу, а какая Латвия? О чем вы говорите? В Сочи я с трудом поеду. Вот Россия. Это вот информация появилась. Как вы считаете, это ваши враги распространяют? Или друзья, просто журналисты некомпетентные? Любят меня, поэтому по пишут, что вас шенгена нету. Пусть по всему миру только меня любят. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».